21 сентября текущего года в дежурный час Семена Тандинский поступило сообщение о пропаже 22-летней девушки-инвалида. На розыск без вести пропавшей были ориентированы сотрудники подразделения МВД по республике Тыва, а также личный состав межмуниципального отдела МВД России Тандинский. Также к нам присоединились неравнодушные жители села Сосновки. После трехдневного поискового мероприятия около 17 часов на расстоянии 7 километров от места проживания была обнаружена данная девушка в болотистой местности в истощенном состоянии. И с признаками переохлаждения, где нами была оказана первая неотложная помощь. Далее мы ее доставили в Тандынскую центральную кожаную больницу села Байхак. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.